Однажды Гаврила пошел на завод. Ну, это явно раскинулась море шок. Димочка, пожалуйста. Вы видели по началу нашей программы? У нас все так делается. Не, стой, раскинулось море широко, Дим. Федоров сошел с ума. Я его обожаю. Однажды Гаврила пошел на завод, работал в котельной Гаврила. И вот почти около самых ворот вдруг видит, что пропуск забыл. Охрана не хочет Гаврилу пускать, охрана ему говорила: ты пропуск свой должен пойти сыскать, без пропуска ты не Гаврила. Пустите его, это наш заводской, народ умоляет охрану. На нем не написано, кто он такой, а вдруг он шпион иностранный. Поймите, мой сменщик закончил давно, зачем ему там оставаться? А значит, в котельной все раскалено, и все должно к черту взорваться. Без пропуска здесь ни один не пройдет, сказали вахтерши-старушки. У нас очень-очень секретный завод, мы делаем здесь раскладушки. Гаврила расстроился и затужил, ах, как это все неприятно. Поскольку герой наш в Медведкове жил полсуток туда и обратно. Котлы раскаляются, время не ждет, его остается в притирку. И вот почти около самых ворот он видит огромную дырку. У дырки охранник с ружьем не стоит, и пропуска дырка не просит. Народ в эту дырку спокойно валит рядами по шесть и по восемь. Гаврила к котельной помчался бегом, он знал положение серьезно. Но тут из котельной послышался гром, и понял Гаврила, что поздно. И вот он смотрел, не скрывая тоски, как в небо летят раскладушки. Взлетают детали, взлетают станки, взлетают вахтерши-старушки. Гаврила расстроился и затужил, беду неминучую чуя. Потом колбасы две авоськи купил и скрылся в горах Акатуя. Надеемся, нас не осудит народ за то, что мы краски сгустили. А как же, скажите, тот самый завод? Там скверик недавно разбили. Народный артист гавани Борис Львович.